27 января на внеочередном заседании Даугавпилсской думы был принят бюджет города на 2021 год. Принятие бюджета прошло в режиме онлайн и протекало с активными дебатами по ряду вопросов. Расходная часть базового бюджета Даугавпилсского самоуправления составила 123 миллиона 439 тысяч евро, а доходная часть – 97 миллионов 889 тысяч евро. По сравнению с прошлым годом, доходная часть бюджета сократилась на 2,6 миллионов евро, что вызвано изменением пропорции зачисления подоходного налога с населения для города и государства. Если прежде эта пропорция составляла 80% на 20%, то теперь 75% на 25%. Работа над составлением бюджета Даугавпилса проходила с учетом ряда факторов: продолжающейся пандемии коронавируса, увеличение минимальной заработной платы в Латвии в 2021 году, масштабного страхования как для медицинских работников, так и для сотрудников других отраслей. Поэтому многие обсужденные депутатами вопросы касались социальной безопасности. Основными сегментами в структуре расходов бюджета, как и прежде, являются образование, экономическая деятельность, социальная сфера и содержание городских территорий. Также предусмотрены средства на инвестиционные проекты. Работа над бюджетом города была очень непростой, что связано как с пандемией, так и с изменением в налоговой политике нашего государства по отношению к подоходному налогу с населения. Несмотря на все это, ни одна действующая программа самоуправления не была отклонена, и в нашем приоритете и дальше предоставлять привычные услуги, доступные в городе. Мы расширили социальные программы, сохраняя льготы на проезд в общественном транспорте, бесплатные обеды для школьников и поддержку семей с детьми. Сейчас особенно важно максимально поддерживать наших медиков, поэтому в этом году сотрудники Даугавпилсской региональной больницы получат страховые полисы от самоуправления. Внимание также уделено и учителям, которые также смогут застраховать здоровье, а школы получат необходимое техническое оснащение для организации удаленного обучения. Но нужно думать о развитии. Мы продолжим программу по ремонту и благоустройству проездных дворов, ремонту городских улиц и асфальтировке гравийных дорог. Изменения коснутся парков и скверов города. Продолжится установка и замена детского спортивного оборудования на городских площадках. Запланированы средства на завершение строительства футбольного стадиона «Эспланада» и многие другие проекты, которые предстоит реализовать в нашем городе. Я благодарю своих коллег, сотрудников городской думы и особенно работников и руководителя финансового отдела за проделанную огромную работу. Бюджет принят, и несмотря на все трудности, мы можем с уверенностью смотреть в будущий день. Более подробная информация о бюджете города на 2021 год в ближайшее время появится на портале самоуправления daugavpils.lv. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.